Шамати, статья 80, спиной к спине. Лицевая и обратная сторона лицу, передняя сторона, означает альтруистическое получение света или его отдачу, излучение. А отрицательное, обратное этому состояние, называется спиной, обратной стороной, когда невозможно ни получать ради отдачи, ни отдавать. Когда человек начинает свою духовную работу, он находится в состоянии спина к спине, поскольку еще пребывает в своих эгоистических желаниях. И если получит свет, наслаждение в эти желания, то повредит свету, так как окажется обратным ему. Ведь свет исходит из своего источника, который только отдает. Поэтому получающие используют килим де има, называемые обратной стороной, то есть не желают получать, чтобы не навредить себе. И также Творец не дает им света, исходя из того, чтобы не навредить им. Свет стережет себя, чтобы получающие его не повредили ему, и потому это состояние называется спиной к спине. Поэтому сказано, что в каждом месте, где ощущается отсутствие совершенства и недостаток, есть возможность нечистым силам присасываться и получать, поскольку это место еще не очистилось от эгоистического желания, авиюта. И там невозможно ощутить свет и совершенство, ведь высший свет находится в постоянном покое и везде. И как только создается исправление, исправленное экраном место, желание, немедленно заполняется оно высшим светом. А если есть ощущение недостатка высшего света, то, конечно, остается желание авиют, вся основа которого в стремлении насладиться.